Вот если ты сейчас стоишь, я слева на пересечении с бульваром. Вот видишь, я красненький такой. Ты можешь отправить все кого-нибудь из этих, чтобы они меня забрали? Пойти манки обратно. Туда не пропустим. Вот вам сюжет. Я там получил. А, вон там. А, шедевр. Выдвигается ОМОН. Ну, вам и чайка. Выдвигается ОМОН. Чайка, да. Белка и суставка. Потрясающе. ОМОН. Я думаю, что это немцы переодели. Моя версия. Может, это монголы? Нет, это немцы. Их пригласили в 9 мая. Шедевр. Они двинулись. В тот раз было больше пространства, сейчас совсем нет. Вон генералы вышли. Для тебя достаточно. Ну я думаю, да. Да. Вообще, блядь. Это материализовавшийся страх. Мне кажется, ничего другого. В общем, у всех шок. Тут подходит сюда, смотрит, и всех просто шок первый. Не на этих ребят, а вот на них. Это же съемка кино. Да, да, да. Это хотят сам, Александр Невский. Распылить этот протест. Ну что? Ну можно. Я пошел. Ой, да? Мне же тоже. Ну, так вы конечно, вы. Проверим. Удостоверение есть, что ли? У вас-то везде пустят, и в Кремль тоже. Объективные законы реализуются только через деятельность. А это работает? А, ну ладно, не надо. Ну ладно, я просто... В ту сторону. А у него? Общественный совет в этой... Главное, в нужное время. Это важнее. Это общественное. Свой дядька идет под конвоем. Уже схватили. Седой дядька. Как стояние в Екатеринбурге. Еще одно. Еще автозак маленький подарил.